Потряси хорошенько. Эту коробочку по коробочке побей. В одном из предыдущих обзоров мы демонстрировали оборудование для клининга под метальную электрическую машину. Если с сухой уборкой мы разобрались, теперь настало время влажной. Начнем с поломоечной машины Thor Mini 350. Это компактная модель для промышленного использования. Благодаря миниатюрным размерам и небольшому весу 55 кг, Thor Mini подойдет для уборки не только больших открытых пространств, но и кабинетов, гостиничных номеров, небольших складов и узких коридоров. Ее маневренность позволяет работать в помещениях, обставленных мебелью или загруженных оборудованием и иными препятствиями. Она незаменима, когда уборку нужно делать на нескольких этажах, так как без проблем входит в пассажирский лифт. Отсутствие сетевого подключения – большой плюс. Провод не будет мешаться под ногами, а встроенные в машину аккумуляторы емкостью 35 ампер-часов позволят работать на одном цикле заряда до 2,5 часов непрерывно. За это время вы могли бы очистить площадь 3375 квадратных метров. Достойный показатель, не так ли? Корпус машины изготовлен из прочного пластика. Он выдержит незначительные столкновения с мебелью и стенами без урона, но не рекомендуем проводить краш-тесты. Металлические части – это алюминиевый сплав и нержавеющая сталь. Все материалы коррозионостойкие и не боятся влаги. Колеса резиновые и не скользящие, сохраняют сцепление даже с мокрым полом, обеспечивают плавное движение и отличную управляемость. Машина оснащена двумя баками. Сверху размещен пылесборник объемом 6 литров. В нижней части машины расположен бак для воды объемом почти 12 литров. Увеличенная емкость бака очень удобна при уборке во влажных помещениях с большим количеством загрязнений. В процессе использования моющие средства часто образуют объемную пену. И чтобы вместить воду с пеной, бак для отработанной воды должен иметь запас по объему. Это отлично реализовано у Thor Mini 350. Бак легко опорожнить. Управление машиной осуществляется с флагозащищенной панели. На ней расположен цветной индикатор уровня заряда, кнопка включения-выключения машины, кнопка, отвечающая за работу двигателя всасывания, кнопка, включающая вращение щетки, кнопка подачи воды в двух режимах и кнопка эко-режима. Thor Mini два отдельных мотора. Один для вращения щетки мощностью 400 Вт, второй – мотор всасывания мощностью 500 Вт. Машина поставляется с электронной картой доступа, исключающей несанкционированный доступ к оборудованию. Ниже под электронной панелью располагается рычаг для регулировки наклона рукояти. Рядом с этим рычагом расположен шланг для сброса пыли из пылесборника. Эта поломоечная машина выполняет три функции – оттирание, мытье и всасывание. За оттирание и мытье ответственна щетка диаметром 350 мм. Она подойдет для мытья кафельных, каменных и мозаичных полов. Для эпоксидных и резиновых рекомендуем использовать чистящий пэд. Щетка или пэд вращается со скоростью 110 оборотов в минуту, что позволяет эффективно и бережно оттирать самые сложные загрязнения. Всасывающая балка оснащена износостойким резиновым уплотнителем, который эффективно собирает влагу, оставляя после себя только чистую поверхность. В поднятом положении осуществляется функция оттирания, а в опущенном положении лучше работает функция всасывания. Thor Mini 350 – это самая маленькая модель поломоечных машин марки Thor. Небольшой вес и компактный корпус делают ее чрезвычайно удобной в использовании. Легкая ручка и цепкие колеса облегчают маневрирование, а система контроля доступа к машине способствует безопасности использования. Аккумулятор обеспечивает хорошую автономность работы до 2,5 часов. Где более крупные модели будут испытывать затруднения в перемещении, Mini 350 с легкостью эти трудности обойдет. Она может стать единственной поломоечной машиной или работать в паре с более крупной техникой, отвечая за маневренность и быстроту. Не забывайте про технику безопасности и условия использования, которые указаны в паспорте. Мы лишь хотим напомнить, что постоянное воздействие воды и агрессивных моющих средств негативно влияет на любую технику, какой бы стойкой она ни была. Цены на клининговое оборудование Thor весьма доступны. Чтобы убедиться в этом, посетите наш сайт. И не забывайте приобретать расходные материалы, такие как уплотнители, щетки и пэды, чтобы работа вашего оборудования была бесперебойной. Ну что ж, надеемся, Mini 350 уже покорила ваши сердца. Ну а в скором времени ожидайте выпуск про ее старших братьев – поломоечных машин серии «Компакт».